Что, как обычно, без камеры сидишь? Вот, и вот такие вот попались пару куньков на безмотылочку. Сейчас вот попробуем, может, еще что попадется. Ловил живца. Ну, валились вот такие окушки. Хороший. 208 леска. Из-за этого кажется, как будто там, не знаю, монстр какой-то. Такой вроде ничего. И те два поболе будут, которых я поймал. Вот он. Стайка вроде подошла. Тоже хороший. О, кабан какой. Попал он в стаю, что ли? Такой, ребят. Ага. Это же плотвичка, наверное. А, нет, окунь. Вот живцов окунь идет. Для живца. Сюда. Всем привет. Так, ну что, вот приехал на мои живца, попадался небольшой окушок. А вот сейчас вот еще, пока не стемнело, пробегусь пару лунок, пройду еще здесь и, наверное, все-таки поставлю жерлицы опять же в тот край, где мы с Диманом до этого ставили. Ну и оставлю в ночь. Вот ночью приеду, проверю. И завтра буду рыбачить целый день. В общем, так вот. Так что ждем. Угу, вот он. Кабанчик идет. Вот он. Ребят, смотрите, какой хороший. Ох, кабанище. Давно я таких куней не ловил, вообще в топку. Крутится он здесь. Более 2-0 лесочек, приятно вытаскивать таких. И осторожно берет тоже. Угу. Мелкий окунь. Плотва не хотит вообще подходить. Камера еще села. Считай, стемнело уже. Вот сейчас еще 8 я поставил жерлицу. Еще 2 сейчас по темноте уже поставлю и все, и наверное домой. Вот. В общем, до вечера. Ну, когда вечер, до темноты, может, по темноте съезди, проверим, посмотрим, может быть, нет. Вот. А так, до завтрашнего утра. Все, будем ставить остатки 2 жерлицы, и все. И домой. Так, друзья, ребята, у нас утро, в общем-то. Надо было по темноте пойти. Я что-то поленился немножко. Вот. Ветер. Что-то сильный сегодня, я думал, такого ветра что-то не будет. Вон что не капает. Вот даже видно. Сейчас буду проверять жерлицу, смотрите. Надо было по темноте. Ну ладно. Я вот вижу, одна горит уже жерлица. Вон ее видно. Ветер боковой сильный, блин. Не знаю, что с рыбалкой сегодня получится. Но попробуем. Ладно, вот, сейчас замотаю, проверю вот эту жерлицу, вот эту вот, вот она. Смотри-ка, размотана полностью, ребят.
посмотрим. Ветер, конечно, капец, просто капец. Да, такого, конечно, не ожидал, что прям ветер будет. О. А, нет, я думал, прям замерзло. Хорошо. Оп, есть, ребят. Ну что-то не крупное. Может быть, съело недавно. Размотал так прилично, все, считай. Вот. Смотри-ка. Сопротивляется еще. Поперек, что ли, встает, я не пойму. А, нет. Небольшая такая же. Килограммчик где-то. Может, грамма 700. Стандарт, короче. Ничего, первая сработка и удачно. Ну что, ну покушать возьмем. Давно уже ничего не брал из рыбы. Вчера вот такой ков немного взял, пожарил. Ну и сегодня тоже возьмем, наверное. Так, а вон еще там дальше один загар. Тут не размотано ничего, но он что-то перепутал. Все, короче. Лунка даже не замерзла. Хорошо. Я уже думал, прям все же замерзло. И нет, ничего. Походу живца сняла. Потому что пусто. Ага. Такая. Все-таки хитрая щучка-то. Так, ну что? Все, пока. Короче, в общем, три сработки были. Вот последняя сработка. Сейчас жерлицы все перетрясу. Ну вот. Посмотрю, где, может, живец сдох. Ну и так посмотрю, может, намерзло. Но я вижу, что они не замерзли, но все равно тряхануть надо. В общем, тут загар включусь, а там уже посмотрим. Ветер, главное, не помешал бы ловить. Ладно, все. Ветер достаточно сильный. Я просто вот спиной сейчас закрываю камеру. Как бы нормально. Не знаю, как сейчас будет. Получится играть, вернее, на безмотылку. Мотыля у меня там осталось немного, но он мороженый. Ну, если что, сейчас на стоячку. Палатку попробую маленькую поставить, если ее не унесет. А так сейчас будем пробовать живца ловить. Потому что один окунь у меня живец, нужна плотвичка. Самая, как бы, ходовая. Хотя, когда жор щуки, ей без разницы, что есть. Но все же на плотву поклевок больше. Поди, окушки, как вчера вот я ловил, попадутся. Было бы вообще отлично. Сказал, что прям ветер стал холодный, что-то потеплело. До этого ехал, прохладно было. Сейчас вот или привык, не знаю. Херово бинокля нет, придется ходить, проверять периодически. Отсюда не видно жерлиц. Есть. А ну вот она, плотвичка.
такая живцовая. Самое оно. Кому вот сюда поставим. Десяток, два таких плотвичек. Ну и живец будет обеспечен. Блин. При таком ветре даже леску тонкую сносит, хрен знает куда. Ага, подошла плотвичка. Хорошо, уже радует. Живец уже у нас есть. Он до этого был, но плотва, как по мне, самый лучший вариант. Карась еще хорошо. Ну, бывает на некоторых, как вот на озеро я тогда ездил, там окунь в приоритете хорошо тоже берет. Ну, вот здесь почему-то что-то слабовато с окунем. Плотва. Угу. Вот это уже окунь. Стайка окуня подошла. Что ж пойдет? Самый крайний случай будет. Да совсем не быть живцом. Будем окуня сажать. Черт. Ага. Мелкий окунь. Тоже не угадаешь. Леску-то не видно ни хера. Куда бросил, что бросил? Непонятно. Попробуем поставить маленькую палаточку. Вертышей. Снесет, не снесет. Такая обычная китайская. Некоторых рыбалках спасало. Ветер сильный. Не знаю, он выдержит, не выдержит. На дело посмотрим. В общем, вот так вот мы воткнем ее. Где вертыш? Старенькая. Добрая палаточка.
обработку. Снег валит. Погода просто как обычно. Специально для меня, как по заказу. Очень хреновая. Не размотано ничего. А, перехлестнулась. Из-за этого и она, видимо, и выплюнула. Не выплюнула, а живца сбила. Нормально так. Перехлестывается нахрен и все. И она, походу, живца вырывает. Что, сидим вот таким вот образом. Пьем нам все-таки чайку. Так думаю. Немножко от ветра защищаемся. И все это дело. Поймал в палатке я пару живчиков. И все прикормил еще маленько. Я вчера перед уездом маленько прикормил. Вот. Так что сегодня пришел час. Вот топ чуть-чуть прям тоже кинул с мотылем корма. Вот. Посмотрим. Может, еще что подойдет. На игру так иногда поклевки есть. Ну, до этого вот поймал. Вот. Сейчас посижу здесь, если клевать не буду, туда вон схожу. Одна сработка уже была. Живца содрала и все. Ну, перехлестнулся, короче, на этот. Содрала ее. Посидим еще пару часиков, видно будет. Ветроган, конечно, не такой просто. Это еще палатку слабо колышет до этого. Там вон колышко удирало. Как колышко, вертыш. Крепление оторвало. Ну, палатка уже такая старая. Значит, моя первая палатка такая. Китайская. Ладно. Будем чай пить, сидеть. Ну, в окошечко он периодически поглядываю, смотрю. Отсюда, конечно, не видно, но жерлиц 3 я отсюда вижу. Остальные я не вижу. Если что, схожу, прогуляюсь, посмотрю. Будем дальше сидеть ловить. Сижу, пью чай. Жду на поплавочку поклевки. У нас уже темнеет. Не знаю, часа 4, наверное, уже. В общем, что могу сказать. Короче, мелочевка так ловится. Хорошего окуня так и не дождался. Один попался какой-то залетный. А так вот они. Там вон всякая плотва и окунь мелкий. До хрена отпускал. Крупной нету рыбы. Вот щучка попалась. Утра вот одна и все. Два загара было еще. И все. И что-то сегодня как-то непонятно. Ветер тоже просто. Сейчас посижу. Пойду посмотрю, я, наверное, может, снимать буду. А может, и оставлю еще, хрен с ним, ночь простоит, завтра с утра сниму их. Уберу. Посмотрим. Так что сижу вот пока плотву мелкую ловлю. Камеру начинаешь включать, так и сразу на поплавочку перестает клевать. Хочу заснять поклевки на поплавочку вот. Так, у нас вон флажок загорелся перед уходом. Все-таки я, наверное, оставлю их на ночь, наверное. А сейчас посмотрю. Сейчас проверим вот этот жерлиц. Одна почему-то сработка только. На улице у нас оттепель. А, вон даже там дальше еще одна сработка, ребят. И сработки. Смотри, кто же вымотан, ну все.
Или мне просто кажется. Сейчас посмотрим. Есть. Правильно, она полностью размотал. Но тоже, наверное, крупная. Ветер, конечно, постоянно меняется. Вымотал прилично, ребят. Опять же, в этой лунке, кстати. Вот я и брал. А, нет, покрупнее, ребят. Такая. Да тут уже точно килограмм. В сравнении с той. Ну, значит, возьмем. Что же. Вон со краешек прям взяла. Так неплохо, в принципе. За краешек, прям вот за самый. Лишний раз, раз, раз и ушла бы. Вот такая прожилистая. Не размотано ничего. Выплюнула. Похода тоже. Не то, что выплюнул. Опять содрала живца. Слушайте, вроде сажаешь нормально. Живца опять нету. Вот на той тоже не было. Это уже вот второй раз она срабатывает. Живца нету на ней. Как-то сдирает. Вот две сработки. И на одной еще одна щучка. Так, лучше все. В общем, все. Сегодня рыбалка заканчивается. Мелочевки я наловил. Окуня, правда, крупного нету. Вот сработок очень мало было. Но все равно дверь реализовал уже хорошо. Так что сейчас все, сейчас собираюсь и домой еду. Наверное, в ночь их оставлю. Завтра с утра приеду и сниму, уберу. Может быть, завтра приеду и посмотрю, если что будет. Добавлю в видео. Нет, так нет. Ладно, все. Всем пока. Не забываем подписываться на канал. Ну, как обычно, ставим лайки. Пока.